Минстрой России проанализировал комфортность городской среды более 1000 населенных пунктов по всей стране. Выяснилось, что назвать среду благоприятной можно только в 23% городов. В городах оценивали жилье, озеленение, общественно-деловую инфраструктуру, улично-дорожную сеть и общегородские пространства. Критериями оценки стали безопасность, комфортность, экологичность, современность среды. Оценка проводилась по 36 индикаторам, и города могли максимум набрать 360 баллов. Максимальный балл набрал город Москва, 276. Соответственно, в городах, набравших 180 и более баллов, городская среда считается благоприятной. Среди городов Чувашии самый высокий балл у столицы – 205 баллов. Также благоприятна городская среда признана в Новочебоксарске, Канаше, Алатыре и Ядрине. Таким образом, согласно рейтингу, комфортными в Чувашии являются 5 городов из 9, или 56%. Это лучший результат в Приволжском федеральном округе.